Добрый вечер, дорогие друзья. С вами снова Некрос. Добро пожаловать в Mortal Kombat 11. Так, сыграем сегодня за Скорпиона. А, ну давай тут. Против Каббала мы будем играть первый бой. Я думаю, понятно, в какой вариации он будет. Да, именно в этой. В какой же еще ему быть, правильно? Так. Опа, внезапно. Что? Ох ты какой! О! А вот это сильно было. Да ладно, ты что ж творишь? Я думал, он это, типа, ну, вейк сделает. О-о-о. О. Опасно. Так. Есть. Итак, следующий противник. Выбираем Скорпа и против нас Кунглао. Так. Смотрим вариацию его. Зет, одержимая шляпа, телепортация в воздухе. Ну, нормально. Ну, нормально. Так, ну пока что я все сблокировал. Ух ты. Интересно. Ну, везде ошибся, где только мог, да? Так. О.
ты так и перебил меня. Нет, никуда не денешься. Реванш. Ага. Так. Еще. Угу. Однако. Вот эта комбинация, она наказуема. Ее полностью нельзя делать, если не уверен. О, а комбить-то нормально. А, ишь ты. Схватить я его пытался, да, но не вышло. О, в смысле? Интересно. Хорошо, что я не стал захват делать, иначе бы мог проиграть. А он как раз подумал о захвате. Итак, следующий противник. Синдел, интересно. Так. Какую взять? А, давай вот эту арену. Сад Сирайрю все-таки огненный будет. Что там у нее с альтхвостом? Крикунья. Будет зонить. Встань на мою сторону, мастер Хасаши. Тебе нечего мне предложить. Я предлагаю удовольствие служить мне. Оу. Ты смотри. Так, ну допустим. Еще раз. Уход не удался. Угу. Я специально комбинацию не доделал, так больше урона будет. Fight.
смысле? Ну. Ух ты, я понял тебя. Да ладно. Вот это да. Ой, а что такое-то? Ага. Вот так вот. Чуть-чуть ошиблась. Что ж, друзья, на этом, пожалуй, все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. И подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик рядом с кнопкой подписки. И включайте уведомления YouTube. Но они работают не всегда, поэтому... Каждый день вручную проверяйте мой канал на наличие новых видосов. А если хотите поддержать мое творчество на YouTube донатом, то ссылка в описании. Всем хорошего настроения и всем пока!